И снова всем привет, ребят. Очередная посылочка из Китая. Я надеюсь, что кажется кому-то интересно. Потому что, знаете, вот есть люди, что увлекаются и рыбалкой, охотой всем полностью. Вот есть от компании Ulefone вот такой телефон, что и защита, здесь есть и оплата, и экранчик, и аккумулятор. Ну что терпимо, все и красиво. Но здесь уже штучка поинтереснее. Оказалось, что, знаете, скажем так, самая актуальность... Сейчас покупают, ну что, телефоны из кнопочные, не смартфоны. Самое смешное, и я купил, скажем так, ну, чудо от этой компании. Я так думаю, что будет, ну что, действительно интересно. А то, знаете, смотрите, ну что, упаковочки, вот как отличается. Единственное, что здесь, ну что, пишется X2, а здесь пишется, что жалко, Flip. Есть, что у нас интересно? Вы комфортненько покупайтесь. У нас здесь, ну что, по памяти, что симки их две. У нас есть, естественно же, FM-ка. Я так думаю, что, ну что, классный динамик. И экранчик здесь, ну что, компактный и, кажется, аккуратный. Так, вскрываем впервые, ребят. Я с кинжалом лучше чуть все-таки поаккуратнее буду. Раз, ну, упаковочка, знаете, такая аккуратно идет. Ну что, действительно, ну что, лишнего ничего здесь нету. Раз, опа. Так, и что у нас здесь внутри идет? Смотрите, в чем прикол по упаковке. Что сделано вот как-то интересно так. Опа. Прикол, конечно. Так, у нас есть инструкция в сторону. Что у нас есть? Так, тут еще что-то у нас есть внутри. Что, извините, знаете, что первое впечатление все-таки. Оно за деньги ты не купишь его. Что бы ты вот не придумал. Еще одна бумажка у нас есть, ребят, что у нас здесь в комплектации идет. Ох, ничего себе, оказались у нас еще и ушки на макушке. Ну, конечно же, знаете, по качеству исполнения самые дешевые и не сильно комфортные. У нас есть в комплектации отверточка и питашка идет, я так думаю, что на 1 амперу или в лучшем случае в пол ампера. Да. Казалось, что пол ампера. Есть стандартный USB шнурок и сам телефончик. Ба-бам-ба-бам. И знаете, вот, ребят, что вот я стыкался и покупал уже копию. Идет от компании Outdoor F2 был. Ну что, из названия. И, ну что, что копия вообще, единственное, что отличается, знаете, что этикеточку чуть изменили и все полностью. А по факту, то я смотрю, что телефоны тютелька в тютельку идут полностью. Так, вскрывается ли? Уже нет, ну что, извините, я так думаю, что долго будет чуть-чуть все идти. Нет, все вполне. Окей, так, крышка снимается. Есть. Так, ребят, чтобы вы увидели, что изнутри у нас аккумулятор, сразу снимаем. Есть и писа 1200. Так, вставляется, у нас есть SIM 1 и SIM 2, а карточка вставляется. Одну секундочку, опа. Испытаем сразу ее. Ну, в теории, знаете, ну, что, включается или нет, вообще, что, куда и как. Правильно вставим. Нет, не сюда. Ну что, извините, я говорю, что чего-то мне сегодня колбасит. Да, бывает и такое, знаете. Ну, чтобы не подумали, что я там увлекаюсь чем-то плохим. Но в любом случае, вот единственное, что, знаете, что я упустил, что же и с дизайном. Ну что, указано, что вы с ним комфортненько, ну что, искупаетесь. Тут у нас оказался динамик идет. Здесь крепление, если захотели, то вчепляйте шнурка к нему. И экранчик. Тут все. По-моему, я так думаю, что, ну, типа динамика идет еще одного вот здесь. Вот видите, в верхушке вскрываем его. Что сбоку? У нас есть, ну, что вставляется в питание, ребят, и заглушкой. У нас есть 3,5 джек. Что классно, в принципе. В целом окей. А здесь все чисто и аккуратненько. Вот что плохо, ну что в клавиатуре вот нету, оказалось, что отсутствует здесь типа, еще и русский. Так. Ай, фигня. Опачки. Но знаете, вот что из плюсов, что экранчик здесь, ну что, и красивый, и яркий. Я не знаю, что там у вас с изображением, но,
Но в целом все, ну, симпатично и красиво. Я сделал на ночь сближение, чтобы, скажем так, и с картинкой было чуть-чуть поинтереснее. Включаем по установочках сразу. Включается и интернет у нас здесь даже есть. Офигеть. Touch органайзер включили, не то немножко. Ага. Сюда в телефонные установки включаем. Так, включается language. Есть и русский ищем. Есть и... В чем прикол, что оказалось, что есть и украинский тоже. Супер. Что умнички. Единственное, что плохо, что вот здесь в клавиатуре их нету. Так, что у нас уже включается по установкам? У нас есть, что изменяете и время, и дату. У нас есть экономия аккумуляторов, предпочитаемые. Ну, что буквы, что будете специальные ключи. Это кнопочки включаются по умолчанию. И другие установки включаются. Изменение экрана. Сюда и светлее делается, и темнее. Есть. Супер, в принципе. Пока все good. Включаем по установочкам. Что у нас еще есть? Установки, ну, что включается, типа экстренный, ну, что вызовы у нас есть. Стиль отображения. Сюда. Старик стиль. О, блин. Не-не-не. Лучше с таким комфортом, что включается и безопасность, ну, что включается интернет. И здесь у нас, что все стандартное, что из телефона и книга идет, ребят. СМСки, естественно же, включаются. И звонки у нас есть. А плеер что там? Сюда. Опа. Так, ну что пишется, что пусто, да? Список опций. Обновить список нету. Тишина, ребят, пока. Ничего, все в перспективе. Что включим, если захотели. Что включается и камера у нас тут есть. У нас, ну, что включайте и картинки смотреть, и смотреть. Ну, что и видео у нас есть тоже. Кстати, и камера. Написано, что тишина. Опции, выбор. В Canon есть. И тишина, видите, что сказал. Угу. Устройство и звукозаписи. И включается еще FM-ка. Давайте мы включим на поезд. Меню. Да, конечно, все знаете. Что думал, будет чуточку поинтереснее. FM-радио. Так, сюда. А где вбить его? Так, ну что? Тишина. Шипится, что поиск идет, но по факту я смотрю, что, знаете, вот сигнал здесь, ну что, используется, ну что, вот нефти. Что будет, если втыкнуть, чтобы типа антенны было? Опции 98,7. Обычно должно быть 100,7. У нас, ну, 100%, что и сигналом, ну что, чуть-чуть получше. Так, ну что, пишется. Ну, и что? Да, ребят, я не знаю, ну, что, в чем причина, но, ну, что, громкости здесь мы вот не слышим. 107,0 должно быть. У нас, по-моему, и тишина, вот видите? Что включается, я, знаете, что думаю, что, ну, что включается, скажем так, при условии, что классный, кажется, сигнал у вас. Я так думаю, что все, ну, что увидели, услышали, ну, что игры у нас есть. Включается, ну, что гонка F1, я так понял. И все, к сожалению. Так, профили, ну, что включается, что ж, ну, что динамики. Изменяем, что у нас есть. Ну, что включается, ну, что и вибрация, и звонок, и все плюшки, и входящий звонок. Ну. Секунду. Да, но, ну, знаете, вот, ну, что с непривычки, конечно, чуть-чуть в такими телефонами тяжеловато пользоваться. Есть. Есть. Включаем громкость звонка, и чтобы вы услышали, замена. Не, знаете, я вам скажу, ну что громкость тут, ну что вполне окей, и претензий, ну что вообще, ну что нет, что вы услышите за компанию. Что у нас интересно? Ну что включается в калькулятор и интернет, ребят. Здесь, естественно же, я так думаю, что если включаете, если захотели, ну что в будильник, изменение звука
и изменяете, вот видите, ну, что включается, ну, что плеер у нас есть, у нас включается, ну, чтобы музыку включить, смс-ки и камера. Все, знаете, аккуратно, ну, потому что лично вот ничего, что не казалось, и с камерой, скажем так, знаете, ну, что используется, ну, что-то, ну, что для красоты. Что у нас в конечном итоге? У нас будет, ну, что действительно, я так думаю, что вы, ну, что комфортненько, что с ним и покупаетесь, и кинете, и аккумулятор, что в плане, ну, что автономности окажется все окей. У вас, вот видите, ну, что включается с менюшками, ну, что плохо по экрану, вот видите, опачки, цветной экран. Ну, что сделано все аккуратно и красиво, но знаете, ну, что по пластику вот я не, ну, что не чувствую, что здесь такие, ну, что вот детали, ну, что классные и, ну, что сделано все, ну, что круто и дорого. Естественно же, ну, что думайте и решайте все сами. Вот такая вот посылочка, ребят. Всем спасибо, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока!